Thank you.
ловился. Итак, сегодня на нашей белокухне зимней будет рыбный пирог. А пирог, мы будем сегодня готовить необычным способом в армейском котелке. Этот способ я подсмотрел у дяди Толи из Кривого Рога, который очень славится своей белокухней и своими оригинальными рецептами. Армейский котелок будет выступать в роли своеобразные духовки, что очень и очень необычно. Так, для начала берем для рыбного пирога горбушу. Можно и сельдь, и васи, можно что угодно. Любую. Горбуша. Солененькая. Итак, берем лапшу растворимую и перемешиваем ее с нашей горбушей. Значит так, в соке горбуши у нас немножечко набухает растворимая лапша. И отставляем в сторонку. Добавляем мелко порубленный лук в нашу горбушу. Итак, лук добавляем, горбушу вместе, с которым она набухла, лапша наша.
все перемешиваем. Итак, здесь у нас получилась горбуша, ее сок, растворимая лапша и лук. Все это мы перемешали. И подождем, пока наша лапша немножечко чуть-чуть набухнет. А между тем мы берем 2 яичка, просеянную муку 2 столовые ложки и 2 столовые ложки майонеза. И все это перемешиваем. Получаем такое жидкое тесто. Тем временем мы подготавливаем нашу духовку. За духовку отдельно спасибо дяде Толе из Таганрога. Спасибо, дядя Толя, надоумил. Так, вставляем небольшую решеточку. И сейчас будем наполнять наши формочки. Далее наливаем по чуть-чуть ложки нашего жидкого теста. А потом по чуть-чуть ложим наши ингредиенты для пирога. И заливаем оставшимся тестом. Сейчас получилось маловато. Больше. 3 яичка. 4. Попробуем снизить. Чуть-чуть. Вот что у нас получилось. Вот такие вот формочки. А пирог я делаю первый раз в жизни. Первый раз в жизни имеется в виду в лесных условиях. И еще в такой замечательной духовке. Так, а теперь мы все это устанавливаем туда внутрь. Так, сейчас. Ставим 2 штучки. Так.
так вот. Две сверху. Вот эту вот решеточку. А туда еще вставляем две штучки. Ну а потом закроем нашу духовочку. Крышечку закрыли. Ну и собственно сейчас будем включать. Заработала. Засекаем время. Ну сколько, думаю, минут 15-20 надо подождать, сколько это у нас будет готовиться пирог. Скоро-скоро приготовится у нас пирог рыбный. Уже запах такой умопомрачительный идет. Так что будет замечательная у нас трапеза. Это наш лесной торшер. Надо будет как-нибудь вечером, когда стемнеет, сюда приехать. Рядышком все. И свет будет. И что-то приготовить можно будет. Так, вот, скоро-скоро. Уже у нас она готовится. Чуть-чуть прибавим огоньку. Так, ну вот. Так, прошло 25 минут. Думал минут 15. Ну, минут 15 это летом. На улице все-таки морозец. Хотя бы минус 5. Но все-таки это у нас не настоящая духовка. А сейчас мы ее попробуем снять. Ой, горячая. Сейчас выключу камеру. Вот. Убрали, значит, крышечку. Вот так вот она у нас. Убрали. И вот смотрите, какая у нас там красотень. А какой у нас там пирог получился. Какие запахи. Ой-вай-вай-вай-вай-вай. Смотрите, что у нас. Так, достаем все это хозяйство. Достаем. О, какие у нас пудинги. Или как их правильно назвать-то? Ну, пирог. Пирог, что еще можно сказать. Так. Второй. Так, достаем. Так, решеточка, она немножко прилипла, но ничего страшного. И последний штрих. Вот так вот. О. Теперь берем веточку зелени. Зелени, веточка обязательно. Даже сервировка без зелени. Приступаем к дегустации. Что у нас получилось-то? Так, сейчас попробуем. Попробуем, что у нас получилось. Так, формочки это немножечко прилипло, конечно. Ну, не критично. Не критично. Вот, пожалуйста. Достали наш пирог. И сейчас мы его попробуем. Знаете, я лучше ничего не буду говорить. Я вам покажу. Во! Все, камеру выключаем. А вы всем пока. Некоторые меня спрашивают, как я снимаю с видеокамеры Panasonic со своей. Мол, это неудобно на руке держать. Ну, я согласен, камера не очень-то удобна. Но зато я придумал вот такой девайс. Это у меня грипса снята обычно с велосипеда. Она уже не нужна, эта грипса. Вот я ее из нее сделал как пистолетная ручка своеобразная. То есть вот, в руках держу. Как мне надо, так кнопочку нажимаю и снимаю. Сейчас посмотрим. Вот, вот так вот ее. Вот, а другой рукой, сейчас я этой рукой держу вот экшн-камеру. Я нажимаю на кнопочку, какую мне надо. И все. Так, сейчас. Вот. Вот так вот оно мне снимает. Довольно неплохо. В руке очень удобно держать.
когда особенно долгие сюжеты идут, то есть я могу приблизить, удалить объект, еще как-то какие-то действия с ним провести. То есть очень удобно. И не надо вот никакой эти ремешки, которые вот, вот они. Они очень неудобные. И камеру держать, и вообще я не понимаю, как инженеры Panasonic и прочих видеотехников, конструкторы, не додумались вот до такой простой пистолетной ручки. Вот было бы неплохо, чтобы она еще отщелкивалась. То есть ближе, дальше, ну, чтобы отщелкивалась, вы поняли. Вот, вот так вот. Вот это у нас варится, греется аккумулятор и экшн-камера. Замерзли они и не хотят работать. Вот так и такая беда у нас. Ну, греем, отогреем их. Дальше будут работать. Ну, тепленький становится. Варить мы их не будем, а чуть-чуть подогреть надо. Они больно холодные. На улице не так уж и холодно, но замерзать замерзает. А вот так мы снимаем кино. Вот так у нас камера прикреплена. Вот она у нас как стоит. Ой. Так снимается кино. Так мы крепим камеру. Камера крепится на треножку. Вон на синенькие ножки у нее. Ножки у камеры гибкие. Поэтому на любую веточку можно прицепить эту камеру. Зацепляем за ствол дерева, и она замечательно у нас камера держится. Тренога универсальная, можно поставить куда угодно и где угодно.